проверке нашей прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 293 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации по халатности при распоряжении денежными средствами, конкретно при оплате поставленного оборудования в парке Ладонина, которое не соответствовало, ну, скажем так, было поставлено удешевленное оборудование, а оплаченное оборудование изначально предусмотрено контрактом, без заключения дополнительного соглашения муниципального контракта. В настоящее время уголовное дело расследовано. 1 февраля мною утверждено обвинительное заключение по уголовному делу и направлено на суд для рассмотрения по существу. По уголовному делу обвинение предъявлено должностному лицу муниципального учреждения КДЦ Ильин. Дело направлено в Назаровский городской суд.